новая деревянная ручка на отвертку. Буду делать новую деревянную ручку на эту отвертку. Диаметр стержня этой отвертки 6 мм. Значит, сверло беру диаметром 5,5 мм. Заготовку под ручку делать я буду из этой деревянной толкушки. Для этого я отпилю у нее ручку. Из этой заготовки я и буду делать ручку на отвертку. Нахожу центр на торце ручки и с помощью кончика ножа намечаю его. Высверливаю отверстие по центру ручки сверлом 5,5 мм, но заготовку со сверла не снимаю. Запускаю дрель, и ручка начинает крутиться на сверле. С помощью подручных инструментов я придаю ей нужную мне форму и заодно центрую. Это, конечно, не токарный станок, но принцип обработки тот же самый. Ручка готова, и можно вставлять в нее отвертку. Беру цианакрилатный клей, заливаю его в отверстие и затем вбиваю туда же отвертку. И вот такая новая деревянная ручка получилась на отвертке.